18 февраля, великий день. В этот день Вадим Кучерёв становится на год старше. Вот 18 февраля наступило. Сегодня день рождения у Вадима. Тебе 18, и мне уже тоже. Мы взрослые дядьки, нам не нужны няньки. Никто не ожидал, что тебе 18. Даже птицы зашевелились, и еноты испугались. Вот такое происходит в этой природе. Теперь ты взрослый, можешь ходить в оптибет. И никакая бабка не спросит, сколько тебе лет. А если спросит, покажи ей свой пас. И она уйдет в далекий экстаз. Я помню 2009, будто это было вчера. Мы тогда стояли у самого старта. Футбольщик во дворе, 11-11 в компе. Ты должен помнить этот двор, ведь это был наш второй дом. Тут забивалось немало красивых банок, но мы тут не гоняли на санках. Грело нас в Юрмале и прошлым и этим летом. Новая волна, Comedy Club, его фолл-парк, ныряние в моря. В общем, все дела. Ночью зажигали в центровозе допоздна. Гуляли практически до самого утра. А скоро поездка в Москву, и мы с тобой преодолеем наконец этот первый левел. А может, это не первый, это можно посчитать за какой угодно, но только не за последний. У нас есть своя папка, называется «Гулянки», но мы ее не отдадим ни за какие бабки.